Открытый телеканал представляет. Тот, кто хочет видеть результаты своего труда немедленно, должен идти в сапожники. Да, это хорошо сказано. Вообще это хорошо, когда сделаешь что-то, ты на месте сразу видишь. Да, это... И еще и деньги получаешь. Вот и вообще точно. Закончил день, сделал свои там сапоги. Галочку получил поставил. Получил там пару рублей. Выпил, закусил, лег спать. Храпишь спокойно. Но ведь правильно. Но ведь так человеку и хочется. Поставить галочку. Животное прошел день. Достойно. Каждым из нас животное только этого и желает. Вот так, на перину. И все. Вы говорите, что это животное состояние. Все. Да. Да? А человеческое не такое, да, вы говорите? Человек не может этим успокоиться. Ну, ничего не сделаешь. Это если создан таким, что ты не можешь успокоиться. Да, ну покой есть в жизни, наконец-то? Нет. Нет? Нет, никогда. То есть нет покоя? В жизни покоя нет. Нет. Это все зависит от природы человека. Хотелось бы, да нет. Да не хотелось бы, с другой стороны. Но как можно хотеть этого?